Режиссер Сорокин считает, что актер должен всегда оставаться немного ребенком, чтобы максимально естественно играючи перевоплощаться в любые роли. Тогда и зритель актеру будет верить. Дмитрий грезил кино с 12-летнего возраста, но на режиссуру поступил только в 26 лет, уже зрелым, сформировавшимся человеком. На его счету более 60 документальных и более 20 художественных фильмов. Многие из пришедших уже встречались с Дмитрием Сорокиным на съемочной площадке, когда участвовали в съемках массовых сцен фильма «Истина Вине 2». Делились впечатлениями, а режиссер рассказал о проекте, который хотел бы снять также в Анапе. Режиссер, он всегда, прежде чем над чем-то работать, он погружается в историю. Когда я приехал в город, я уже рассказывал, что я ничего не знал. Но когда мы решили работать над проектом вот этим «Проклятие Мансура, золото», да, это конец 18 века, русско-турецкая война, да, я решил погрузиться в историю. Я много изучил источников, я... Как обычно, зашел в книжный магазин ближайший, скупил все, что касается истории Анапы, и тут края и так далее. И все это изучал. Ну, плюс еще научные какие-то труды уже в интернете читал и так далее. Есть у нас проект, который так и называется «Сокровище крепости Анапы». Начинаются события этого фильма в 18 веке и заканчиваются. И все основное действие происходит в современной Анапе. Встреча прошла на одном дыхании. В завершении встречи режиссер пригласил желающих поучиться актерскому мастерству в свою авторскую киношколу.